Всем привет, друзья! С вами Михакер, и я хочу напомнить вам, что у меня есть канал на Рутубе, где выходят эксклюзивные ролики, которые вы не увидите на этом канале в Ютубе. И недавно там вышел новый перевод. Так что заходите по ссылке в описании и смотрите еще больше крутых видосов. Оу, что это? Что это? Что это за чертовщина? Оу, стреляйте! Здоровяк! Делириус играл в это! О чем это ты? Я просто гений! Оу! Он пишет, смотрите, он пишет что-то! О, господи! Йоу! Что происходит? Я не знаю, доктор, что происходит. Давай, расскажи. Это очень странная комната. Она очень яркая, но при этом темная. Это твои глаза переутомились, потому что ты не закрываешь их всю свою жизнь. Да, в реальной жизни я не могу моргать, я просто... Я использую специальные капли каждое утро, день и вечер. Я никогда не смотрел Футураму, так что у меня Зойберг ассоциируется только с твоим голосом. Да, я часто вижу, как люди пишут в комментариях то же самое. Когда я вижу отрывки из Футурамы, я такой, эу, почему он звучит так? Если они будут перезапускать сериал, пусть позовут меня на озвучку Зойберга. Дать Хиденогла, не Лобстера. Лобстар! Суперстар! Я же скоро выпущу новый фильм. Да, какой? Ну, это будет фильм в стиле Майкла Бэя. Да? Да, я скоро выпущу его. О, да? Вспомнил теперь? Нет! Как он называется? У него нет названия, это просто хороший экшн-фильм. На 7 из 10, я думаю. Типа того. Я представляю, как ты рассказываешь какому-нибудь голливудскому продюсеру про свой фильм. Да, за обедом. Да, это будет фильм в стиле Майкла Бэя. У него нет названия, но я думаю, он будет где-то на 7 из 10. Ну да, все так бы и было. Официант, можно мне еще молока, пожалуйста? Да, да, водку с молоком. И можно без водки. Итак, мы решили заранее подготовиться к Хэллоуину, и вот мы здесь, на еще одной культовой страшной карте в Гаррис Моде. Ясно? И наградой за то, что мы выживем на этой карте, будет то, что мы посмотрим фильм от Ноглы в стиле Майкла Бэя. В стиле Майкла Бэя? Ногла, выключи фонарик, тут и так ярко. О, прости, да, вот так. Иногда я приседаю, чтобы посмотреть на все глазами Му. Да, вы можете присесть и ходить за мной, чтобы во мне было так страшно. Да, да, это отличная идея. Эй, народ, добро пожаловать на сегодняшнее видео. У нас сегодня есть симулятор синего экрана. Ну что, готовы? Да, я готов. Это должно быть очень страшно. А, какого черта? Какого черта? Я сломал себе нос. Так и должно было быть. Давай я покажу тебе, как открывать двери. Какого хрена? Почему у тебя она открылась в другую сторону? О мой бог, она так смачно ударила ему по лицу. Канун Хэллоуина 2017? Окей, давайте представим, что это 2020. Где-то на земле. Локация где-то на земле. На новой земле. Да, на новой земле. Погодите, мы что, играем в квест-комнату? Эй, хватит толкать меня, вы, ублюдки! Откройте уже эту дверь, давайте убираться отсюда! Окей, наконец-то! Ногла, здесь опять этот нацистский знак! О, ты имеешь в виду окно? Что? Да, да! Это очень хорошее окно! Кто его нарисовал? Я думал ты об этом! Кажется, теперь мы знаем, где мы! Кажется, теперь мы знаем, где мы именно на земле! Мы в нацистской Германии! Вау, какого черта? Вау, посмотрите в холодильник! Откуда он тут взялся? Тут гигантский 2D-хот-дог в морозилке. Эй, йоу, добро пожаловать на шоу по домам. Добро пожаловать на мою кухню. Именно здесь творится вся магия. Давайте для начала заглянем в мою кладовку. Тут какой-то малец, не обращайте на него внимания. Просто пропавший недавно ребенок и... А может вы откроете дверь? Мы не можем ее открыть. Она реально не открывается. Да, ее заело. О нет, я застрял здесь. Походу. Ты серьезно застрял там? Ага. Ну ты дурачина. Погодите, дайте я посмотрю на это. О, он вышел. Он соврал. Нет, я не врал. Погодите, это что, Кенни? Это Кенни Саус Парка? О, да. Дойдите до дома ваших друзей. По возможности убейте монстров по соседству. По соседству? Ладно, пойдемте гасить соседей.
О, погодите, погодите, нам нужны костюмы, сейчас же Хэллоуин, парни. О, да, да, ты прав. Господи, мы такие идиоты. У нас нет костюмов на Хэллоуин. О, мой бог, как же стыдно. Ну, вообще, только ты не одет, Брайан. А ну, замолкни. Боже, я ненавижу эту игру. Парни, вы хотите засунуть что-нибудь в эту дырку? Осторожно, может содержать зубы. Что за... Пожалуй, я украду эту идею для украшения на Хэллоуин. Найн, Найн! А, черт! Погоди, погоди, стой, 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 стой! Можно я сделаю клип для себя? Можешь повторить? И да, Делириус, оставайся там. Вернись, Брайан. А что? Вернись, Брайан. Вернись обратно к этой штуке. Так? Ну и просто повтори то же самое. Окей, давай я выйду из кадра. Давай я просто... О, приветик. Да, Найн! Шайсе! Я не хочу участвовать в этом! Вернись на свое место, Делириус! Я не хочу в этом участвовать! Я не хочу быть частью этого! Ах ты гад! Я так и думал, что это ты! Я вспомнил ощущение от этих зубов! Оу! Оу! Что там? Смотрите! Что такое? Что это? Что это? Оружие! Оу, почему там зеленый? Оу, ништяк! У нас у всех теперь ножи! Вот это нож! Парни, мы как будто играем в Дюк-Нюки, мы ищем секретные места. Оу, зомби, 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 зомби! Это зомби или хозяин этого дома? Гасите его! А мой бах, у него огромный рот на груди! Это он был у той дырки! О, это не больно для нас, но больно для него! У него рот на груди! Наша цель — найти дом 666, а сейчас мы между вторым и третьим! Не знаю, но этот дом выглядит идеально для Хэллоуина! Что за... Кто здесь живет? Кто здесь может жить? Как туда попасть? И кстати, эти кованые ворота — это нечестно, сэр! Отвечаю! О, вау! Это та семейка, которая слишком заморочилась над украшением дома! Охренеть, чувак! Я не хочу туда! Чёртова муха! Походу, нам нужно сюда! Да, давайте пойдем сюда. Давайте проверим гостевой дом. Надеюсь, здесь будет... О, что это? Что это? Что это такое? Ах ты, чертов ублюдок! Какого черта? Это еще один гость! Окей. Так, ладно. Тут я реально немного испугался. Ну да, ты обоссался, чувак. Типа того. Что ж, главная дверь закрыта, так что погнали в колодец, найдем другой путь. О, мой бог, мы нашли колодец. Давайте спустимся в него, парни. Налево, налево. Скример должен быть прямо здесь. Я верю тебе, террорайзер. Парни, я пролезу. Ууу, продукты. Тут сообщение Роберту. Роберт, я... Тут оружие. О, ты нашел пушку? Вы серьезно? Вы оба получили пушки? Вообще-то ты тоже получил. О, да, ладно, ладно, я не знал. Ууу, что тут? О, вот оно. Сервера Ютуба. Тут лежит ключ. Нет, это сервера Стима. Каждый вторник лобстер в белом халате приходит сюда и нажимает на кнопки. Да, я жму пару кнопок и ухожу. От какой двери этот ключ? Здесь кто-нибудь есть? Ключ от канализации, это от этой двери? Я бы сказал, возможно. Я думаю, это от двери в начале. Возможно, походу... Оу, оу, стреляйте! Здоровяк, здоровяк, здоровяк! Используйте пушки! Это тень, это тень! Убивайте его, пока он не умрет! Капец, чувак! Ты сказал, убивайте его, пока он не умрет? Да, я украл это у Делириуса. А здесь выскочит скример. Вам нужно что-нибудь, чтобы взорвать это. Бомба плюс детонатор. О, я нашел бомбу плюс детонатор. Вау, серьезно? Она была в этом ящике за углом? Как удобно! Отходите, а я останусь здесь! Давай. Как слону дробина. Потому что у тебя этот скафандр. Ну что, это дом 666? Нет, это 4. Это 4. Мы капец как далеко от этого дома. Твою ж за ногу. Осталось всего 662 дома. По-моему, это будет просто шестой дом. Остальные шестерки нарисовали хулиганы. Парни, сюда, идите сюда. Куда это сюда? Направьте ваши пушки на эту картину и начинайте стрелять. 3, 2, 1, стреляйте. Откуда эта кровь? Это прикольно. Может, у нас пейнтбольные пушки? А что, если за этой картиной прятался какой-то ребенок? А мы такие... И потом оттуда вываливается труп. Да, ладно, парни, давайте идем. И такой труп падает позади нас.
Воу, чуваки! Воу! Этот дом офигенный! Его хозяин, походу, работает в IT. Походу, это дом какого-то ютубера. Тук-тук, сладость или гадость? Нюхай письку себе в радость. Этот дом вообще не украшен. Здесь, походу, не празднуют Хэллоуин. Мы офигенно выбрасываем конфеты, и если кто-то не открывает дверь, мы вламываемся во двор. Ключ от особняка! Я думаю, это ключ от этой двери. А я думал, это от входа во двор. Посмотрите, какой это здоровенный дом. Посмотрите на эту картину! Мы видели Делириус, у нас есть глаза. Парни, парни, я нажал Е на статую и открыл дверь внизу. Что? Ты серьезно? Как ты это подозрительно? Только не говори, что это было случайно. Да, этого не может быть. Этого не может быть. Как ты это нашел? У тебя что, есть какие-то примочки, как у Бэтмена? Капец, этот крик. Он определенно не Бэтмен. Да уж, это точно. Ладно, идемте в комнату, где неполадки со светом. О боже, что это? Что произошло? Пока, Брок, пока. Стоп, что происходит? О, у нас всех телепортировало. А, окей. А вот нас не телепортировало. Как так? Мы потеряли Му! И меня, или на меня уже пофиг. Парни, вот это уже нехорошо. Ты застрял с ним? Да, я застрял с ним. О, все хорошо, все хорошо. Погодите, что? Это та же комната. Здесь живет какой-то больной ублюдок. А это еще что? Как думаете, сколько стоит такой дом? Ну, он не настоящий. Аптечка, серьезно? Старый ключ получен. Я подобрал его. Еще один старый ключ. Я пытаюсь... Пошел ты, Делириус! Господи Иисусе! Делириус, что ты делаешь? Ты пытался напугать меня? Чтоб тебя... Что было написано про ключ? Было написано, что он старый. Да, старый ключ. Может, он от туалета? Ага. Твою ж за ногу! Я же говорил, что этот ключ от туалета! Почему именно я натыкаюсь на них все время? Я вообще все скримеры пропустил, дай я пойду первым. Окей, сорян. Эта картина выглядит так, будто ее нарисовал кто-то из вас. Оу, да ты просто гений! Какого черта? Как ты находишь все секреты? Он знает абсолютно все. Что это? В рот мне ноги, чувак, что это было? Не просто так ты сломал именно эту картину из 100 других. Там была трещина, там была трещина. Ну да, я терпеливо ждал 5 последних лет, с тех пор, как была сделана эта карта. Это я сделал эту карту, и все это время я ждал, пока мы сыграем на ней. Твою ж мать, я так и думал, Брок. Да он просто гений, парни, он просто гений. Куда нам, налево или направо? Налево — это всегда верняк. Воу, какого черта? Стоп, вы тоже поворачивали налево? Ну да, они незаметно обогнали нас, мы вернулись. Так, погодите-ка. Привет, парни. Погодите, как это? Так, секунду. О, мой бог, что с этим местом? Это как в Скуби-Ду. Да, только вместо Скуби-Ду Делириус. Скубилириус. Похоть, похоть, да! Похоть, да, забирайся туда, Брайан, давай, присоединяйся к нему. В чем смысл этой комнаты? Это комната для перерыва на секс или что? В ней просто нет смысла. Ладно, все-таки в этой комнате должно что-то быть. Да, по-любому тут должно быть что-то. Какой-то секрет. Вот он, вот он, вот он! Что это? И что с ним делать? Сломать, я сломал такую же здесь! И что это нам дает? Возможно, это открывает дверь, которая была там. А, да. Это единственное, что может быть. Да! Ты сделал это! Делириус играл в это! О чем это ты? Я просто гений! Оу! Ох, блин, я испугался, черт! Здрасте. Здрасте. Мы проделали к вам непростой путь ради конфет. Воу, что это? О, пазл. Походу, это должно быть слово «семья». Да, нужно нажать по очереди. С, Е, М. Кто еще нажимает? Нужно нажимать по одной. С, Е, М. Мягкий знак. А может, это семя? Что? Семя? Я так не думаю. Это точно не может быть семя. Да, там не хватает буквы. Да пошел ты, Брок. Пошел ты, Брок. Это просто шутка, понятно? Я нашел... Что это? Я нашел что-то. Что это за глаз? Он смотрит. Ау, ау, он двигается. Этот глаз двигается. Посмотри на дверь. Посмотри на глаз. Это странная комната. О мой бог, посмотри на это фото. Это похоже на клоуна из Оно, когда он был ребенком. Или это его ребенок? О мой бог. Ам. Оу, оу, что это? Что это? Что это за чертовщина? Нет! Картинки! Террорайзер, только не смей шутить насчет этого. Это как Ку-клукс-клан, только наоборот. Они черные, и они ненавидят белых. Чревоугодие. Да? Мое любимое. Съесть. Ау.
Кажется, кто-то разбудил ребенка. О, посмотрите! Он пишет, смотрите, смотрите, он пишет что-то. О, господи! Нет! Ты жив? Что такое? Вы видели? Что? Окей, кажется, я дождался своего скримера. Ты получил свой скример, поздравляю! Я сломил скример, да. Правда, теперь придется стирать штаны. Эта штука ведет в тупик, Венос. О, у меня тут не тупик, у меня тут свет. Хватит, Делириус. Да, тут свет, джентльмены. Это выход, это выход. Идти на свет? Свобода, свобода. Наконец-то. Наконец-то мы посмотрим фильм. И получим конфеты. Да, мой фильм. Это выход? Я надеюсь, Делириус. А прикинь, там газовая камера. Итак, добро пожаловать на премьеру фильма «Ноглы» в стиле Майкла Бэя. Это будет... Трейлер. Настоящий блокбастер. Погоди, так это не фильм, это просто трейлер? Ладно, давайте посмотрим хотя бы трейлер. Что это? Мы вернулись в реальный мир. Оу, оу. Заходите, парни, заходите. Нагло, тут нет прохода. Ну и пофиг. Нас предупреждают, нас предупреждают. Что такое? Что случилось? У меня что, крашнулась игра? Наглу и Веноса заперли! Оу, зайди в дверь, зайди в дверь, зайди в дверь! Делириус, отойди от окна, зайди в дверь! Оу, тут лестница, тут лестница! А я уж было подумал, что нас разделили! Что вас закрыли, а мы должны были вас спасти оттуда! Оу, СМГ! Оу, ништяк, чувак! И теперь нужно включить электричество вот здесь! Вот для чего они нам! Да! Хреначьте, хреначьте! Он прям перед тобой, Брок! Оу! Оу, черт! Парни, тут была ловушка в стиле «Один дома». Так держать, Брайан, так держать! Им хана, им хана! Я разобрался! Тут... Ох, черт! Это же... Вы нашли мою спальню! Вы нашли мою спальню! Свалите, свалите отсюда! Здесь не на что смотреть! Это... Я же просил не добавлять мою комнату на карту! Тут еще один гостевой домик! Давайте проверим его! Еще один гостевой домик? Ну что ж, надеюсь, это последняя дверь! Надеюсь, теперь мы сможем посмотреть фильм или трейлер! Оу, свет погас, свет погас! Вау, что? Мы не добрались до дома 666. Вы, блин, серьезно? Награды? Стоп, здесь была комната с сиськами? Нет, тут была комната с членами. Тут была комната с членами. Да, мы сейчас в ней. Мы сейчас находимся в ней. Она полна членов. Комната с членами здесь, Эван. Да. Выбери, выбери свою судьбу. Выбирай аккуратно. Слушайте, слушайте. Откройте, пожалуйста. Да ладно. Там на самом деле ничего нет, это ложь. Ну что, хотите посмотреть трейлер к моему фильму? Да, давай, показывай. Окей. Врубай его на этом экране. А, это он? Да, посмотри, насколько он офигенный. Полноценный релиз в 2025-м. А не пицца. Ну вот и все, это конец. Какой-то он депрессивный. Это самое депрессивное видео, которое я когда-либо видел. Моя версия мне нравится больше. Ну, бывает.